Всем привет! С вами Катя с специальным репортажем абсурдных новостей из Украины. Пока Варламов ничего мне не ответил по поводу моего предыдущего блога, я решила не останавливаться и записывать вам позитивные новости с нашего южного городка и не только. Итак, топчик новостей ушедшей недели из Украины. Сегодня, на 97-м году жизни со дня смерти дядюшки Ленина, в Украине, в селе Калчево Болградского района Одесской области, снесли последний золотой памятник великому Ленину. Снесли и перепродали. Перепродали в обмен на строительство дороги к этому богом забытому селу. Вот так вот дядюшка Ленин развивает инфраструктуру в Украине, а не ваше это велике будівництво. Вторая новость ушедшей недели – это, конечно, инаугурация новоиспеченного американского президента мистера Байдена. И, конечно же, великий интерес украинцев к данному событию. Такое впечатление, что новый президент сейчас придет и изменит нашу жизнь к лучшему. Посты, слезы, комментарии – всем этим вчера кичил Фейсбук, в то время как у нас под носом плюют на исторические здания. Город, на бизнес, который банкротится, ну и куча проблем, которые, я думаю, вы сами знаете. И одна из этих проблем, которую я хотела бы озвучить, это скандал, который не утихает про строительство жилищного оздоровительного комплекса на Лидерсовском бульваре. Как знают многие одесситы, там был митинг, застройщик зашел на территорию, будет строить красивое какое-то новое здание, а на территории стоят архитектурный ансамбль из памятников Морозли. Застройщик уверяет, что никакого урона памятникам он не принесет, но тем не менее мы все переживаем и все знаем, как это бывает у нас с памятниками, на территорию которых заходит новый застройщик. По этому поводу мои хорошие друзья создали общественную организацию Морозли, «Дача Морозли дает сдачу», ссылка на эту общественную организацию будет под этим видео, и все неравнодушные одесситы просто обязаны подписаться, поставить лайк и следить за новостями с данного проекта. Ну, если, конечно, вам интересно жить в городе, который имеет хоть какую-то историческую ценность, а не в городе сплошных новостроек. Я, конечно, ничего не имею против новостроек, я за развитие строительного бизнеса, но всему есть пределы, и исторические здания должны быть сохранены. От своего друга Богдана вчера я узнала, что наше Министерство здравоохранения, вместо того, чтобы бороться с коронавирусом и отменить долбанный локдаун, который ничего хорошего, кроме банкротства малого и среднего бизнеса и пополнения касс МВД, ни к чему не приводит. И вместо этого наше Министерство здравоохранения тратит деньги на контекстную рекламу в Google. Просто зайдите в Google и посмотрите, что сайт Министерства здравоохранения находится на первом месте. В это вливается куча бабла, нашего бабла. Уважаемый Степанов, обращаюсь к вам как к министру здравоохранения. Расскажите мне, как гражданину Украины, куда уходят наши налоги. У нас дефицит бюджета, больные старики, нет вакцины, и при этом вы тратите на контекстную рекламу. Ну серьезно, бля? Ну и последняя позитивная новость нашего южного городка. Мы открыли коворкинг, спонж-коворкинг в самом центре Одессы, в торговом центре галереи Афина, с шикарной панорамой на город и самыми демократическими ценами. Так что приходите знакомиться. Давайте развивать себя, развивать город, развивать страну, чтобы через 100 лет нам не сносили памятники, как дядюшку Ленину, а благодарили за то, что мы сделали какой-то свой вклад. С вами была Катя и канал «За люди». Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарии, как мне лучше жить под этим видео. До встречи!